масаж потрібний кожній людині, у деяких випадках він просто необхідний. І в Україні відбуваються фестивалі навіть з масажних технік, де можна подивитись на майстерність різних фахівців і багато чому повчитись. Сьогодні у нашій студії гість із Києва – це Олександр Ніколайчук, масажист, викладач масажних технік, директор та організатор фестивалів з масажів різних. Так, ми раді вас бачити, пане Олександре. Тож, як доїхали? Здравствуйте, отлично. Так, все добре. Так, вже у Дніпрі. Справді, можна сказати, що Україна зараз розвивається, масажі, масажні техніки, багато чого з'являється. Чому вам спало на думку взагалі займатися цією справою? Чому саме масажі ви обрали? Как профессию массаж я выбрал, это моя вторая профессия. Первая моя профессия – инженер-радиоэлектронщик, но рано или поздно у человека происходит какой-то слом и желание что-то менять в своей жизни и, наверное, заниматься больше тем, чем он на самом деле хочет заниматься. Ви все життя хотіли бути масажистом? Получається, да. Тепер все вже, ви маєте можливості і можете навчити інших. Чи довгим був той шлях, коли ви йшли від першої своєї освіти, від бажання стати масажистом і до того професіоналізму, який зараз вже у вас є? Ну, наверное, більше 20 років. Більше 20 років. Ну, так не скажеш, мабуть, масажисти і самі непогано виглядають так, щоб бути спеціалістом. Що треба для того, щоб піти на цей шлях, аби стати справжнім професіоналом? Чи потрібно вивчати багато технік, чи, можливо, вдосконалюватись в одній? Ну, у кожного свій путь, звісно. Якщо спеціаліст хоче стати настоящим спеціалістом, который разбирается в разных направлениях, а не только в чем-то узком, а в остальном ничего не понимает, надо, конечно же, учиться очень-очень много. Обучение не прекращать. Даже сейчас я очень много обучаюсь у других специалистов, очень много изучаю литературу, читаю, развиваюсь, работаю с моделями, з клієнтами, то есть постійне навчання. Так, фестивалі з масажів, це що за дійство таке? Що там відбувається? Чи ви от як організатори розумієте, що багато людей бажаючих буде і що це потрібно людям? Чи це треба тільки професіоналам? Чи, можливо, це треба зараз всім? Ну, я хочу сказати, що є форматов фестиваля очень много. То есть есть формат фестиваля, это для специалистов. То есть, например, если мы говорим о фестивалях для массажистов, фестиваль массажа, в основном там собираются все массажисты. Специалисты по массажу, мастера, реабилитологи, могут быть косметологи. Они собираются все в одном месте на несколько дней, ну, как минимум на неделю. Это какая-то хорошая локация. Например, это может быть море, либо это могут быть горы, там снег, Карпаты, да. Десь так, да, щоб это получается був релакс. Профессиональное общение, они и отдыхают, и обучаются. И эти же фестивали также имеют свои форматы. Это могут быть варианты полноценного обучения. Например, есть 7 дней, за эти 7 дней можно обучиться у нескольких преподавателей. Либо это может быть формат каких-то не полноценных обучений, а именно таких как бы мастер-классов, да, то есть где можно посмотреть на других мастеров, на преподавателей, на коллег. Посмотреть, где бы ты хотел учиться, посмотреть на разные школы массажа, какие-то варианты, форматы обучения. И, конечно же, круглосуточное общение в кругу своих коллег. То есть, когда вы находитесь в профессиональном кругу, и где-то около 200-300 ваших коллег, которые об одном и том же говорят, конечно же, это намного интереснее, чем просто в Египте где-то поотдыхать. Звичайно, да, плюс так. Вы профессионально развиваетесь, плюс, конечно же, это какие-то развлекательные программы, дискотеки, караоке, неважно какие, утренние какие-то практики у моря, йога, то есть все это очень сильно заряжает специалиста, настраивает его на дальнейшую работу и дает ему какой-то толчок в развитии. Это формат фестиваля профессиональный. Есть второй формат фестиваля, он не такой развитый, но я думаю, что они станут очень популярны в ближайшие годы. Это также фестиваль по массажу, но уже не для массажистов, а для любителей массажа. То есть для тех людей, которые любят массаж и хотели бы ну, как бы отдохнуть и попробовать разные виды массажа, да, и оздоровиться. То есть
тоже выбирается какая-то локация, природа, например, те же Карпаты там, и туда съезжаются люди, живут в каком-то одном месте, туда же съезжаются мастера, там, например, несколько десятков мастеров абсолютно разных техник, от тайских до каких-то спа-программ, да, и все это в одном месте. Можно посмотреть программу каждого мастера, его описание, мастер себя представляет, можно подойти поговорить и, соответственно, пройти курс у одного мастера. Да, так. За неделю можно и оздоровиться, и отдохнуть, попробовать разных экзотических видов массажа. Скажите, будь ласка, пан Олександре, це ваші такі ідеї, чи вони вже є розповсюдженими в світі, так, але в Україні не настільки? От в Україні якраз воно вже є, от, і я к этому также имею отношение. Тобто ви організовуєте такі, да, такі фестивалі? Так, да, іменно такі фестивалі ми вперше ви почали це започатковувати? Чи вже були до вас Нет, люди? Ні, фестиваль іменно для масажистів, професіональні фестивалі, вони вже в Україні, мабуть, більше, ну, мабуть, 6 років. Много різних фестивалів було. І паралельно з цим проводяться. Тобто навіть є фестивалі тільки для тайського масажу. Да? Тобто вот, как бы, і такі формати є. Есть форматы, где абсолютно все массажи представлены, все виды массажей. И это все есть, это все работает. И те же фестивали для клиентов, они, вот это как раз новинка, то есть она для любителей массажа. Это то, что вы започатковали. Да, это только, только мы начали, только начинает раскручиваться, но к этому есть интерес. И ну, нам кажется, нашей команде организаторов кажется, что это... Ну, взагалі, любому чоловіку підійде, тому що масаж люблять всі. Звичайно, да, так. Поспробувати на собі, подивитися, які техніки є, обрати для себе майстра. А це ж дуже складно в нашому житті знайти, як то кажуть, так, стоматолога свого, да, чи да, там да, лікаря, масажиста так само. Це дуже-дуже потрібно. І коли ти розумієш, що там всі професіонали перевірені, навчені, немає сумнівів, немає того, що там будуть якісь шарлатани, десь ви знайдете, конечно, да, людей за зайвих, так, в цій справі, а це будуть справді люди віддані, і у них у всіх є документи, це вже перевірена інформація. Ну, йде підбор мастерів, мастер присилає заявку, звісно ж, це має бути мастер з опитом, з кучою відзывів. Дуже багато мастерів, ну, іменно іменитих, тих, яких всі знають, звісно ж, і я знаю, і ну, команда організаторів знає, тобто, коли чоловік присылает заявку, мы уже понимаем, кто это, и хотим ли мы его видеть на таком мероприятии. То есть некоторых мы сами приглашаем. Угу. Так, тобто це вже зараз престиж буде вашого фестивалю, якщо ви будете знати, що будуть такі от відомі майстри. Да. Взагалі масажі, наскільки вони розповсюджені в Україні? Зараз останнім часом з'являється їх неймовірна кількість, і люди хочуть випробувати на собі багато чого. Як ви рекомендуєте підходити взагалі до цієї справи? Чи потрібно так дуже обережно ставитись до цього, чи можливо все ж випробувати, не боятися? Ну, ну, надо, наверное, сказати, що масажі є різні. Є масажі лечебні, да, є масажі общеоздоровительні, терапевтичні. Лечебний масаж, звісно ж, можуть виконувати тільки спеціалісти з медичним образованням, тобто медики. А общий релакс, масажи, оздоровительные массажи, конечно же, тут достаточно и образования реабилитолога, массажиста, да, то есть тут уже спецобразование такого не нужно. Поэтому если вы идете на правку позвоночника, чтобы у вас кто-то хрустнул где-то там за углом к специалисту, который, например, не имеет соответствующего образования, это, конечно же, может быть опасно. Дуже небезпечно. Да, поэтому тут надо аккуратно к этому относиться. Но если вы, например, идете на просто расслабляющий массаж, то даже если специалист не очень опытный, вряд ли он вам сильно сможет навредить. Но тут уже зависит от того, насколько он качественно сделает эту услугу, насколько он умеет работать с клиентом, какое у него образование. Специалист, который мало учится, его очень легко определить. То есть, так? Там, а как? Ну, то есть, есть куча моментов, которые покажут о том, что человек очень мало уделял своему образованию, да, то есть, как минимум, он забудет, вы разденетесь, он забудет на вас положить полотенце, да, так, это, так, перший момент. Это минимум, что может быть. Вам могут забыть предложить там какое-то одноразовое белье, например, да, могут забыть закрыть дверь в кабинет, и все туда будут заходить. Специалист может взять телефон во время массажа, и вы поймете, что
отношение к вам как к клиенту минимальное. То есть уровень сервиса на нуле, соответственно, человек не умеет представлять этот сервис. Угу. Тобто він не навчився усім основам, які повинні бути. То есть это называется спа-этикет, и если мы говорим о массажах именно спа-направления, а это все, что не лечебное, да, то, конечно же, этикет надо соблюдать. Это очень важно. Это сервис клиента, и уже прошли те времена, там, 70-х, 80-х годов, когда там очередь, на море за ширмочкой. Да, за ширмочкой, там, массаж с песком, то есть это уже все давно закончилось. Так, і це дуже добре, тому що Україна має розвиватися і переходити на той рівень, коли ми можемо показати краще і ставитись до людини як до особливого клієнта, якому потрібна допомога, так, як фахівця обов'язково, угу, якому треба зробити усе максимально комфортно, так, щоб сподобалось, можливо, людина прийде наступного разу, так, а можливо, просто для неї і цей раз, але він буде вдалим, і людині це дуже непогано таки допоможе. Так? Да. З приводу ось такого розвитку в Україні масажної техніки і взагалі фахівців, то як ви вважаєте, на якому зараз рівні все це є? Ну, я хочу сказати, що ну, по моїм відчуттям, якщо порівнювати наших спеціалістів зі спеціалістами зарубіжними, то, мабуть, більшу частину ми все-таки на очень высоком уровне, и наши специалисты ценятся очень высоко за рубежом. Связано это, наверное, скорее всего, с тем, что у нас нету такого ограничения, как за рубежом при обучении. То есть разные приемы применения, например, за рубежом считается там глубокое нажатие, да, там давление, это уже лечебная техника, нужна, соответственно, медлицензия, и специалист просто в салоне не имеет права использовать эти техники. Он будет только какие-то поглаживающие техники, выжимающие, а человек хочет, чтобы где-то его где-то и прижали, да, но делать этого нельзя. У нас же такого ограничения нет, наши специалисты этому спокойно учатся, можно пойти спокойно научиться каким-то техникам достаточно жестким, который, казалось бы, требует медобразования, но у нас за этим контроля нет, соответственно, он это может научиться и где-то применять. От поэтому я не знаю, специалист... чи це добре, чи це погано, якщо ви кажете, немає такого поки що контролю. Да. Можливо, з одного боку це добре, тому що може масажист навчитись, так? А з іншого боку, чи може він рекомендувати це клієнтові? Пацієнтові своєму вже. Тут просто чоловік, який вибирає собі масажиста, все-таки должен, мабуть, орієнтуватися і на відзиви інших клієнтів об этом масажисті, і, ну, може бути, сходити на якусь одну процедуру тестову, не саму жорстку, да, яку він придумав для себе, тому що якщо спеціаліст йому понравився, то, да, скоріше всього, він йому підійде. Тому що просто там по рекламе выбрать специалиста тяжело. В рекламе можно написать все, что угодно, можно сделать красивое статичное фото, да, можно даже маленький ролик небольшой, он будет очень красивый, но в реалиях такой мастер может не очень хорошо выполнять процедуру. Ну, на ваш погляд, спробувати все треба, так? Випробувати на собі, почитати, послухати отзыви, відгуки і піти потім. Да. Ну, тут еще важно очень, действительно, вот сарафанное радио, если знакомые советуют. А если мы знаем, что знакомый ходит к нему уже, там, например, год и до сих пор живой, то, скорее всего, к такому специалисту, да, можно идти. Які найзапитаніші види масажу, масажної техніки на сьогодні в Україні? В Україні это, конечно же, общеоздоровительный массаж. Мы сейчас не берем во внимание поликлиники, где бабушки с дедушками ходят, делают зональные массажи. То, что востребовано, это, конечно же, общеоздоровительный массаж. Это массаж... Очень популярный, наверное, самый популярный массаж спины. Хотя, ну, я бы, если человек действительно хочет оздоровиться, я бы не рекомендовал делать массаж спины. Я бы рекомендовал делать общий массаж всего тела. Угу. Потому что нельзя починить спину, не починив ноги, ну и так далее. Да? И, конечно же, сейчас летняя пора. Самый востребованный массаж – это называется он антицеллюлитный. Да? Хотя его тоже девчата, неправильно называть. Да, правильно называть это массажи по коррекции фигуры. Вот. Угу. Интенсивный, так? Він активный, цей массаж? Ну, нет, не обязательно. Не обов'язково. Техник выполнения коррекционных массажей очень много. Есть приятные техники, есть болезненные техники. Да, есть техники без синяков, есть техники с синяками.
Ну, звичайно, що жінки хотіли би, мабуть, собі без синців, так, таку техніку. Да, ну, вообще, конечно же, лучше без синяков. Порванные капилляры никому не нужны, но в нашем как бы сознании наших женщин, вот именно славянских, да, бытует такое мнение, что если не будет синяков, то не будет результата. Эффект. Да. Но, к счастью или к сожалению, как бы биология нам говорит о другом, что порванные капилляры, к счастью, не приведут. Естественно, от этого целлюлит никуда не уйдет, а ситуация только усугубится. Поэтому, кто бы что вам ни рассказывал, кто бы ни доказывал, если мастер поставил вам синяк, он вам будет рассказывать все, что угодно, что так надо, иначе целлюлит не уйдет, не верьте. Синяк – это не должен быть. У нас на профессиональном сленге массажистов, именно спа-мастеров, да, считается, что если мы поставили синяк клиенту, это называется нагрубить клиенту. Да? Угу. Вот. То есть грубить клиенту нельзя, надо извиняться. Старайтесь выбирать таких мастеров, чтобы вам не делали хуже. Да? Потому что любой синяк, любая гематома – это травма. Травма серьезная и, конечно же, будет воспалительный процесс в месте травматизации. Там, где воспалительный процесс, всегда будет процесс образования фіброза рубцової ткані, соответственно, целлюліт буде тільки усугублятися. Ось так. А багато хто і не знав, і це дуже добре, пане Олександре, що ви сьогодні про це. Мастеров даже не знає. Так, про це нагадуєте. І, звичайно, я теж розумію, що чому ж синці? Синці довго сходять. І це взагалі такий травматичний процес. І для чого ходити з синцями, якщо після масажу, так? Якщо ви хочете собі ефект вже зразу. Ну, я хочу сказати, ну, достатньо смішний такий примір, коли много жінок йдуть на антицелюлітний масаж, дві тижні вони ходять на цей масаж, там, потому что на море ехать через две недели. Угу. Все это активно, интенсивно. Они все никак. Но вроде как целлюлита нету, нога стала ровная. Да? То есть она просто отекла из-за активного воздействия. Это через же. Две недели проходят синяки, вместе с ними сходит отек. И целлюлит обратно возвращается. Да? То есть он никуда не девался, нога была просто в отеке. Це просто жах. І, звичайно, жінкам треба звертати увагу на такі випадки в своєму житті, щоб вони не повторювалися. Якщо один раз так сталося, вже наступного разу треба не повторювати. Так, ми вчимося на чомусь і да. на помилках, то в тому числі. Так? А з приводу от таких цікавих масажей зараз є багато технік, які насправді користуються популярністю. Так? Тобто масаж з чимось, там, з додаванням різних засобів. Собів там, а можливо, з релакс-музикою чи там ще чимось. Ось це має ефект оздоровлення, на ваш погляд? Чи це вже таке доповнення, яке можна і прибрати, а можна залишити? Як? Ну, ефект релаксації підрозуміває, що буде приємна музика, чоловік буде віддихати. При цьому, тобто на масажі чоловік не має напрягатися, він має розслаблятися, желательно повністю виключити всі мислі з голови. Тому має бути, звісно ж, расслабляющая музыка, должна быть притушенный свет, то есть не должна лампа светить в лицо, как в морге, да? Вот, то есть желательно, если есть возможность, вообще глаза прикрыть, чтобы человек не смотрел, там, клиент на массажиста, не следил за ним, а просто отдыхал, смотрел в себя, слушал свое тело. Тогда помимо воздействия на само тело, там, на ткани, еще есть воздействие и как бы психологическое, то есть он угу. расслабляется. Повне розслаблення. А от як ви ставитесь до таких от послуг, коли, наприклад, там додають шоколад, чи там якісь ще олії, наприклад, чи багато чого? Да, то есть любое использование ароматерапии, оно дає дополнительное воздействие именно на уровне рецепторов, да, воздействия на мозг, потому что тот же шоколад, если женщине, например, нравится шоколад, чувствуя запах шоколада, у нее начинаются вырабатываться эндорфины. Да? То есть это даже не только такой расслабляющий эффект, но даже обезболивающий эффект это имеет. Угу, так, а олії також? Это может быть масло, масло лаванды, масло апельсина. Але ж треба, мабуть, запитати, чи є у вас алергія, наприклад, на якусь олію, чи на якийсь запах, чи може на... Да, обычно, если это... ароматерапевтический массаж с использованием ароматерапии, то такой мастер, который использует разные масла, он, естественно, сделает аллерготест и тест на запахи, обязательно ароматест называется, да,
перед началом процедуры. То есть подберут соответствующие те запахи, которые подходят. А зараз багато з'являється таких новітніх технологій. От люди кажуть, що, наприклад, там обгортування там чи гарячі якісь процедури, щось іще додається. І жінки часто реагують не на сам процес, а на те, що от воно нове з'явилось, так воно коштує немало, і можливо буде кращий ефект. Ви як фахівець, як вже багато років займаєтесь, як ви думаєте, ось такі рекламні моменти працюють більше, чи все ж є ефективні засоби, які використовуються і хочеться додати щось нового, так, сучасного? Ну, хочу сказати, що обертування саме по собі – це дуже ефективна процедура, якщо вона в комплексі з якими-то техніками, там, масажними, інструментальними. Любая косметика, если она, конечно же, хорошая, она усиливает работу массажиста, ну, наверное, процентов на 30. Да, то есть, если мы где-то недоработали, там на 70% отработали, то эти 30% за нас доработает косметика. Если мы поработали на 100, значит, будет еще лучший результат. И задача косметики, ну, то есть, когда мы выполняем массаж, мы работаем изнутри с тканями. Но кожа, она всегда будет страдать в первую очередь, да, потому что организм будет в первую очередь восстанавливать то, что внутри, и только потом кожу. Поэтому, чтобы ускорить процесс, помочь, нам надо обязательно применять косметические средства. В том числе обертывания, либо какие-то другие, может быть, маски, там, гипсовые маски, грязь, может быть, какую-то косметическую. Вот. Поэтому обертывания очень популярны и очень эффективны при правильном выборе соответствующей косметики. Так, ну, бачите, скільки всього ви вже розповіли, пане Олександре. Я думаю, що люди, які вас слухали, більше тепер будуть знати про саму техніку, про процедури, ну і про те, що фестивалі чекають на нас, на всіх. Хочеться, звичайно ж, взяти участь. І багато хто не байдужий до цієї справи, а зараз таких людей багато, всі турбуються про своє здоров'я. І взагалі ось та тенденція, здоровий спосіб життя, вона в Україні популярна, не дарма. Я так думаю, що люди будуть приєднуватись і брати участь і у фестивалях, і просто приходити до спеціалістів, до фахових спеціалістів, які справді можуть вам допомогти. Тож бажаємо всім гарних вихідних. Дякуємо, що приїхали сьогодні до нашої студії. А ми з вами зустрінемося вже у понеділок о 13:30. До побачення.